Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, а это игра под названием Evil Nun, вот про вот это вот, которая вот стоит справа. Эта игра с телефонов была портирована, но судя по отзывам в Стиме, которые, кстати, крайне положительные, игра портирована... Игра портирована довольно хорошо, в игре изменено много чего, игра стала обросла более каким-то другим контентом и прочее. Давайте посмотрим, что это такое, новая игра, окей. Это ранний доступ. Так, сестра Мадлен передвигается с обычной скоростью, у нее обычное слухо зрения, она умна. Сестра Мадлен передвигается быстро, у нее скорость слухо зрения, она очень умна. Сестра Мадлен передвигается очень... Так, окей, а есть... Сестра Мадлен не видит и не слышит вас, она не может вас убить, она передвигается обычно... Нет, не то. Сестра Мадлен передвигается медленно, предмет создает меньше шума при падении сестра... Так, ладно, я нормально поставлю, окей. Так, имя Денис Филлипс. Поздравляю, что ребенок выиграл бесплатную поездку в новый летний лагерь, организованный нашей школой. Окруженный заботой и вниманием, ваш ребенок придет незабываемое лето. Хорошо. Я ничего не буду менять, не знаю, пусть будет Денис. Пусть будет Денис. Короче, игра про летний лагерь. Какая-то здесь злая монашка, почему-то дети ее не устраивают. И вообще, в принципе, очень громкая игра, на самом деле. Это такси или что это такое, или это ребенка? Обычно детей в летние лагеря и прочие такие, знаешь, санаторно-оздоровительные вещи возят на автобусах большими группами, организованными с милицией, там, со скорой помощью, все это их сопровождает, чтобы, не дай бог, там что-то случится, чтобы быстро все помочь и быстро все урегулировать. Так, она поет или мычит, я не понимаю. Сейчас просто не поймешь, кто поет, а кто мычит. А мы типа ребенок-то взрослый, нас выпустили одного и делай, что хочешь. Что? Аккуратнее водите. Аккуратнее водите, в мое положение войдите, я еще маленький ребенок. Что такое? Ну да. Ну да. Вот, собственно, день первый, такой вот детский лагерь. А, день первый, я так понимаю, это игра что-то из разряда... Грэнни, наверное, правильно? Нам нужно каждый день что-то делать, у нас есть несколько жизней, и нам нужно дожить до какого-то пятого или до чего-то того. Просто веди себя прилично, Денис Филлипс, и все будет хорошо. Ну, понятно, ну, так, таковы правила. Просто веди себя прилично, и все. Так, окей, сейчас мы посмотрим, что это... А что вертикальная синхронизация? Я же ее включал. Я включал ее, серьезно, настройки, вот, видео и графика, вертикальная синхронизация ВКЛ. Вкл, ну, извините. Значит, будет рваться картинка, это ни при чем. А вот, собственно, мы продолжим, как только посмотрим полезную рекламу. Сейчас будет минутка мотивации специально для тех, кто еще не определился со своим будущим. Бывает, уже в сознательном возрасте не знаешь, кем ты хочешь быть на самом деле, не уверен в своей текущей профессии или ее перспективности, одолевает апатия и не знаешь, что делать. В этой ситуации нужно прислушаться к себе, понять свою цель и найти путь к ней. Например, твоя цель — это хорошо зарабатывать, работать удаленно, быть востребованным специалистом, за которым охотятся топовые компании. С чего же тогда начать? Надо изучить сферы того, чем ты потенциально хочешь заниматься, и выбрать из этого то, к чему больше лежит душа. Например, если вы хотите стать айтишником, то новый курс от Skill Factory «IT-специалист с нуля» поможет вам в этом. Он рассчитан на новичков, которые не понимают, кем быть в этой сфере. Курс убирает риск неправильного выбора профессии и потери денег. Вначале вы пройдете профориентацию, где в течение 2 месяцев узнаете особенности каждой специальности и попробуете на практике 9 наиболее востребованных направлений в IT. А уже после вы выберете одну из этих профессий, которая подходит именно вам, и получите все необходимые навыки, чтобы стать полноценным специалистом. Но главное, надо относиться к учебе серьезно и много практиковаться. С этим делом в Skill Factory тоже все налажено, так как обучение проходит на реальных проектах. А на всех этапах обучения вас будут поддерживать опытные менторы, поэтому вы не останетесь один на один с трудными задачами. У школы также есть карьерный центр, который поможет оформить резюме, пройти собеседование и найти работу мечты. А если этого не произойдет, школа вернет вам деньги за курс. Ну и главная мотивация. Средний IT-специалист сейчас получает зарплату около 200 тысяч рублей. Фактически, эта цифра не имеет потолка и все напрямую зависит от ваших навыков. Поэтому не теряй время. Если тебе близка по духу IT-сфера, то пора начинать учиться. Переходи по ссылке в описании, записывайся на курс IT-специалист с нуля и получай новую востребованную профессию. По промокоду Куплинов ты получишь скидку в 45% на обучение,
сообщение, а мы продолжаем. Вот посмотрели, да, вот это берешь, короче, и раз, и такой ты уже высококлассный специалист после усердного, упорного и хорошего труда. Сбеги из школы, прежде чем злая монахиня, сестра Мадлен поймает вас взять. А, взять кого? Фигурка. Взаимодействовать. Она уже ходит? А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал. Исполню у Господа спасение. Это была крыса? Почему ты не валишься? Я тебя проучу! Прям вот так ты меня проучишь? Серьезно? А у меня не будет больше попыток? Меня проучили и все? А, все нормально. Это просто это, как его? У нее специальная резиновая кувалда, которая наполнена сладким малиновым вареньем. Вот, и, собственно, когда она бьет кувалдой, вот этой мягкой резиновой, варенье расплескивается и делает вид, как будто что-то страшно. На самом деле нет. Так, а зачем я подобрал статуэтку и зачем ее? Ага, left control присесть, хорошо. Зачем я, собственно, себя так плохо повел? Так, взаимодействовать с книжкой. А как ее бросать-то? А как положить? Хватит шуметь, крыска. Так, спрятаться, окей. Мне вообще ничего? Я даже в своей комнате пошуметь, что ли, не могу? А для чего тогда моя комната нужна? Таинственное устройство. Закрыто. Ничего не произошло. Хорошо, как открыть? А это типа она заставляет его писать как Барта Симпсона, да, такая? Веди себя хорошо, и все будет нормалек. Полезли на чердак. Разберемся, что и где, разберемся, что и как. Так, двери не открываются. Здесь все нормалек. Я могу выйти? Могу. А где она? А как мне понимать, где она? Я не понимаю, где она, если честно. Что это было? Так, еще одна книга. Бросить. Зачем я подбираю эти книжки? Она за мной придет? Бля, какое большое пространство. Большое пространство. Та-та-ра! Ну прекрати, ну не надо. Ну как кувалда, это мягкое с вареньем. Я не люблю варенье. Ну, очень сладкое. Я потом отмываться, блядь, ну полтора часа, серьезно. Зачем ты меня брызгаешь этим вареньем? Ну полтора часа потом отмываться, мне вообще это не нравится. День третий, хорошо. Придется включить охлаждающий, так сказать, преобразователь воздуха. Ладно, просто веди себя прилично. Я понял. Я все понял. Эта игра невозможно сложная. А что же будет тогда, если включить какой-нибудь кошмар-то, мне интересно? Поехали по вентиляциям пошастым. По-моему, Грэнни немного Что это было? Я просто реально не понимаю, где она. Я по звуку вообще ее не чувствую. Ага. В эту часть школы вход запрещен! Продолжай писать, ты можешь ползать по вентиле! Серьезно? Ты чё, мать, серьезно? Твою мать, ты чё такая внимательная? Бляха, ты от меня отстанешь сегодня или нет? Сейчас бы бабка по вентиляциям пользовалась, серьезно? Блять, ты крипотак. Итак, ладно, я окей, сюда. Так-то она меня потеряет, правильно? Так, ползет назад, смотри. Вроде бабка, а такая гибкая, видишь, гимнастка, что ли, какая бывшая. Прям ползет, не хрестит, суставы не стрещат, ничего не хлопает, не щелкает. Жесть, какая атлетичная бабка. Атлетичная бабка. Уходи. То есть это я включил режим второго уровня сложности. И второй уровень... А что ты там встала-то? Уходи, как бы в этом же логика, что я прячусь, а ты уходишь. Или здесь так не работает? Эта игра, если я ничего не путаю, выходила... То ли год, то ли несколько лет назад, и много кто писал «поиграй в нее», но она была только на мобилках. А теперь вот она вышла на компьютер. А что делать-то? Я просто не понимаю, что она от меня хочет. Я как бы не могу здесь бесконечно сидеть. Это что такое? Слышишь, плач потерявшихся детей, доверься мне, и мы спасем их. Хорошо.
Главное, короче... Да, блядь, ёбаные книжки. Хватит шуметь! Какая огромная здесь, блядь, площадь. Так, окей, я сделал круг. Уже хорошо. А зачем здесь столько книжек? Из них какая-то есть полезная или чё? А, я могу, наверное, книжками ее отвлекать. А, ну точно. Где ты прячешь? Не хочешь послушать урок? Я пока не понимаю, что вообще сделать. Это ее комната, да? Фигурка, вентиляция, это в туалет, это не открывается. Так, это какие-то другие детские комнаты или что? Ну, обычно я, наверное, должен был находить какие-нибудь ключи или что-то вроде... А-а-а, твою мать, ты чё? Бляха, сука, она просто из ниоткуда появляется. Уже многих овелил круг пальца, если обещаешь, что будешь слушаться меня, я помогу тебе. Сделай моим указаниям, следуй. А я буду оставлять их в таких записках. Хорошо. Коробка с печеньем. Должно быть, в ней лежит что-то важное. Руками ее не открыть, возможно, если сбросить ее с высоты. Когда преодолеешь мост, следуй совету на экране, который находится в комнате у главного входа в школу. Тебе понадобится длинный предмет. Найди 3 предохранителя и перемести их в щиток на втором этаже, чтобы восстановить подачу электроэнергии и открыть раздвижную металлическую дверь, чтобы первый предохранитель не второй столовой, третий в комнате монахини. Окей, коробка с печеньем. А как отсюда выйти теперь? Коробка с печеньем. Мост и 3 предохранителя. Вот это коробка с печеньем. Next time I'll teach you how to be good. Она меня потеряла, да? Так, еще раз. Первый на кухне, второй в столовой, третий в комнате монахини. Хорошо, пойдем. Мне кажется, что нужно, наверное, было... Блять, ну да. Lord, please help me with this disrespectful child. Мне... Она что-то подожгла сейчас? Так, окей. Куда? Ну да. Опять варенье! Ну опять жрать! Ну опять жрать это варенье! Ну серьезно, что ли? Ай, у меня сколько всего дней-то? 5? Ну обычно в этих играх 5 дней. Но, по-моему, в Грэнни то ли через 4 дня, то ли через сколько-то тебя, короче, то ли через 3. Если тебя ловили 3 дня подряд, то это пиздос. Да я понял, веди себя прилично. Я не знаю, что делать. Ты хоть объясни, что мне делать, чтобы ты меня не палила. Мне что-то читать, мне что-то молиться. Как это вообще делать? Ты бы хотя бы научила. А то делай и все. Перейти через... Коробка с печеньем. Вот эта коробка с печеньем? Ее взять нельзя, если что. Так, ладно, пойдем дальше. Мне кажется, нужно... Да ёб твою мать. Ой, тут есть второй этаж. Мне кажется... А вот столовка, кстати. Предохранитель один. И куда его вставить? Вентиляция. Блять, куда бегу, я не понимаю просто. Мне бы на самом деле просто бы отсюда сбежать, чтобы понять, как это вообще работает. Все. Так, вот, окей, предохранители, да? Нет электричества. Хорошо, как открывается? А, взаимодействовать. Один есть, допустим. То есть, если здесь... Вот здесь и была кухня. Это я нашел предохранитель в столовой, правильно? Ага, она где-то там, все окей. Я нашел предохранитель в столовой, допустим. Где предохранитель из кухни? Я где-то примерно понимаю по звуку, где она находится. Так, второй. Ой, блядь. А можно как-то поворачиваться или что-то там? Она немножко краснеет перед выходом в локацию, поэтому видно, куда она смотрит. Так, второй предохранитель, допустим. Ага. Вот и я, да, вот и я, совершенно верно. Так, пойдем на первый этаж. А где ты, собственно, живешь? Объясни мне, пожалуйста. Это вряд ли комната монахини, так это фигурка.
Да брось ты ее нахуй. Так, фигурка, допустим. Здесь есть тупиковые комнаты? Или я могу... О, комната монахини. Прекрасно. А зачем ты открываешь на себя, дурачок? Зачем ты открываешь на себя? Где второй этаж? Второй этаж где? Где второй этаж? Ага. Блять, он дверь открывает на себя. Это вообще глупая затея. Это вообще дурная затея. Я потерял проход на второй этаж. Вот он, все вижу. Рядом с горящей комнатой. Так, значит, это... Да, блядь, не застревай. Это вот сюда. Все окей, это я выучил маршрут. Допустим. Рычаг заработал. Я открыл железную дверь. То есть я теперь могу выбраться отсюда, правильно? А потом перейти через мост. Когда преодолеешь мост, следуй совету на картине, которая находится в комнате у главного входа в школу. Тебе понадобится длинный предмет. А какую железную дверь-то я открыл, которая держит выход из этой школы или что? Блять, это помещение просто бесконечно большое. Самое, короче, страшное, это встретиться не с ней лицом к лицу, потому что ты просто ничего не успеешь сделать. Бля, где теперь спуск? Леха. А, железная дверь, спокойно, нашел. Это железная дверь, она открылась. Хорош! Из-за ворот поднялось много шума, первые шаги. Так, я спрятаться куда-то мне. Дверь открывается с другой стороны. Быстрее куда-то мне спрятаться надо. Мне понадобится продолговатый длинный предмет. Или обычный длинный предмет. А, тебе понадобится длинный предмет, хорошо. Она меня видит? Нет. Тебе понадобится длинный предмет. Следуй совету на картине, которая находится в комнате у главного входа в школу. Комната у главного входа в школу. Главный вход в школу внизу был, наверное. Так, хорошо, здесь нам нужна цепь. Ясно, понятно. Здесь непонятно, что нужно. Заперто с другой стороны. Окошко. Так, прыгать я не умею. Кого-то слышу, кто-то плачет. Кто-то плачет, кто-то что-то стонет. А зачем я, собственно, сюда выбрался? Здесь в при... Фоторежим, чего? Зачем, блядь? Зачем он здесь нужен? А, здесь какие-то красивые пейзажи есть или что-то вроде так? Так, вот эта картина. Это не главный вход в школу, явно. Это я зашел в школу с другой стороны? Блять, она опять ходит. Она вот тут. Или не тут? Stop hiding. Блять, тупик. А, нет, подвал. Подвал еще есть. Ладно. Ебать, как далеко. Ну, она красным светится, поэтому, как бы, скорее всего, я здесь не потеряюсь. Правильно? Я могу здесь только упереться в стену и проиграть. Зачем я сюда пришел? Здесь, мне кажется, половина пи... Блядь! Я так понимаю, что здесь половина комнат просто для того, чтобы бегать от монашки, и все. Бля, страшная, злая, да. Опа. Опа! Опа, где лестница? Не шумлю, стою. Стою, не двигаюсь, спокойно. Лестницы нет. Бля, я думал, это короткий выход. Короткий вход или выход, думал, это я. А это, собственно, нет. Опа, здорово. А она как-то тупит, судя по всему. Она... То есть она отсюда не уйдет. Как я в комнате прятался, так она здесь, короче, со мной стоит и все. А к ней выйти я уже не могу. Может быть, тап нажать? Тап — это пауза, прям полная. А так? И так пауза. Ну, она поворачивается ко мне. То есть она как бы на меня направлена, но ее сюда что-то не пускает. Видишь, она ко мне поворачивается постепенно. А как?
сделать так, чтобы она ушла. Мне кажется, все-таки логичнее, наверное, надо было сначала зайти сюда. Stay in your room and write a million times that you will be good. Сиди и миллион раз пиши, я буду вести себя хорошо. То есть она все-таки зашла. Как она умудрилась, я не понял. А дверь-то железная теперь открыта. Ну, я из своей комнаты сейчас могу добраться до главной двери в школу, судя по всему. И там какая-то картина. На картине, скорее всего, будет нарисован какой-то предмет. Пойдем посмотрим. Так, вот главный вход в школу. Здесь не предмет. А это вообще открывается? Я мог с самого начала отсюда выйти. Серьезно? То есть я мог реально просто с самого начала взять и выйти. А если я подпрыгну, например, на забор и уйду отсюда совсем? Дверь открывается с другой стороны. Хорошо. Хорошо. Мне нужен вот эта статуэтка такая. Но это же главный вход в школу или нет? В школе, блядь, так много входов, что пойди разбери, какой из них главный. Главный должен быть с какой-то парадной стороны. Где, я не знаю, там дорога центральная, автобусная остановка, КПП какой-нибудь в конце концов. Да твою мать, особый ключ нужен. Прыгать я не умею, в окна заходить я не умею. Но я здесь могу спокойно дышать свободно, здесь ее хотя бы нет. Здесь, по идее, практически отовсюду. Можно от нее сбежать, можно ее обрулить. Это как бы хорошо. Какой предмет, реально не понимаю. Картина около главного... Может быть, это не главный вход. Еще очень плохой... Так, это моя комната. Это что такое? Блять. Так, это, кстати, сейф. Он мигает, там что-то есть. А это что такое? Это подвал? А, еще можно что-то разрубить. Она очень плохо ходит. Ее очень плохо слышно. Металлические объекты создают много шума. Планируйте путь отхода, прежде чем кидать их. Хорошо. Она очень много шума производит. Фу ты, мало производит шума. Она к тому, что ее позиционирование по звуку не слышно. В таких играх, где нужно ориентироваться на то, что что-то происходит, нужно обязательно знать по звуку, где находится монстр. Обязательно нужно знать. Иначе ты, ну, просто не сможешь планировать свой маршрут, как заявляет игра. Планирую, говорит, свой маршрут, и все. Ну, окей. А как я буду его планировать, когда я не понимаю, где она? Но это тоже не главный вход в школу. А, это вход в столовую. А мы вот сюда, кстати, не сходили. Мы просто сюда забежали и не сходили никуда. Какая-то страшная музыка прошла. Так, окей, дверь открывается. А дальше-то что? Коробка с печеньем. То есть нам нужно найти что-то длинное, а потом найти коробку с печеньем. Это тупик, кстати, здесь конец. Это не двигается. В окошко выходить нельзя. Здесь с другой стороны. Почему здесь музыка такая пошла? А это типа потом появится или вообще нельзя взаимодействовать с предметами на цепях? Просто обычно, когда ты взаимодействуешь с предметами на цепях, написано, вам нужен болторез, или вам нужно что-то такое. А здесь, собственно, ничего не написано. Тут дети какие-то сидят или что? Блядь, все открывается с другой стороны. Я нашел три предохранителя и сделал это зря, судя по всему, потому что толку от этого ноль. Мне нужно опять возвращаться в школу и искать себе центральный вход. Ну, давай логично подумаем. Давай, где находится центральный вход в школу? Во-первых, это точно на первом этаже. Это 100% на первом этаже. Значит, что? А, спрятаться было. Значит, если он не с той стороны, значит, возможно, с противоположной. Противоположная сторона вот. Здесь вообще входов в школу нет. Монашка куда-то потерялась, блядь. А я ее вообще не вижу. Ладно, это не так страшно. Страшнее, на самом деле, не понимать, что от тебя хотят. Картина... подожди, что тут написано?
Ну смотри, висят флаги, какая-то арка, как-то ухожено. Но как-то не похоже реально на главный ход все равно. Еще раз, когда преодолеешь мост, следуй совету на картине, которая находится в комнате у главного входа в школу. Тебе понадобится длинный предмет. Но на этой картине показывают, типа, иди туда. Крест — это не картина. Здесь тоже непонятно. Здесь очень много фотографий. Причем все из них одинаковые практически. Я не знаю, что от меня хотят. Я просто не знаю, какой продаватый предмет от меня хочет это... Может быть, реально пошастать без нее? Чтобы она меня не видела и спокойно разобраться? Но это придется опять искать три предохранителя, придется опять искать непонятно чего. Чё хожу, хуй пойми. А чё будет, если меня этот, последний раз поймают? Где ты там? Вот с этой коробкой, блядь, непонятно, что это такое? Здесь нужно набрать какую-то комбинацию, какой-то пароль или что? Почему постоянно вентиляции закрываются? А что там на чердаке, кстати? А, на чердаке просто закрытая комната, серьезно? Что такое? То я бегал от нее, то она, блядь, сама теперь от меня бегает. Она пропала. Я ее теперь даже найти не могу. Я могу, конечно, пошуметь, но во мне сейчас, знаешь, во мне сейчас борются два чувства. Посмотреть плохую концовку или все-таки попытаться найти какой-то продолговатый предмет. Блять, эта дверь не надо. Дверь закрывать не надо. В любой момент можно, может понадобиться куда-то побежать. То есть реально, сейчас не понимаю, посмотреть плохую концовку или все-таки реально найти продолговатый предмет. Ну, фигурки разбивают... Так, вот она. Фигурки разбиваются. В них, наверное, внутри вряд ли что-то есть. Если было что-то внутри фигурки, наверное, бы в советах так и написали, что ищите что-то внутри чего-то. Здесь, собственно, ничего, ни внутри ничего, ни такого нет. Вот смотри, это, короче, просто какой-то учебный класс. Это, судя по всему, какая-то картина. Но на ней ничего нет, никаких продолговатых предметов. Здесь что? Блять, куда ты прячешься? Сейчас бы в шкаф прятаться. Рядом библиотека, здесь книжки. Книжки нужны только для того, чтобы их кидать. Ладно, давайте смотреть плохую концовку. Давайте смотреть. Еще бы ее найти теперь. Так, что бы куда-нибудь кинуть? Ага, слышу. Слышу. Я слышу ее, но не вижу. Блять, где ты? Давайте я что-нибудь уроню. Где? Вентиляция открыта уже. Во! На! What's that? Это я, пойдем. Где ты там? Вот видишь, я даже не понимаю, откуда она идет. А, вот здравствуйте. Да, вот она идет. Я это, как его? Я хочу посмотреть на плохую концовку. Больше ты меня не ослушаешься, хорошо. Ну и чё? New Achievement Name. А, окей, ачивка без описания. А, ты я типа такой плохой ученик, что ты решила меня просто закопать и проучить, что ли? Good night, little one. Спокойной ночи, маленький мальчик. Пусть какие-то ангелы что-то там тебе, наверное. Ебать, то достижение. Прачечная игра окончена, побег через главную дверь, бесшумный побег через главную дверь. Ебать, тут через... Так, ладно, давайте попробуем все-таки новую игру, но без нее. Пустая ячейка, сложность легко, призрак, вот. А, я третью сложность-то выбрал, зачем? Беру сложность призрак и, соответственно, пробуем на нем найти то, что от нас хотят. Она нас сейчас не сможет. Как можно скипнуть? А, держись без барбеки. То есть она сейчас ничего не может нам сделать. Но мы хотя бы поймем, что от нас конкретно требуется. Если предохранители на тех же самых местах, то это будет довольно просто. Тем более, что я просто хочу понять, как это можно пройти. Так, это никак не скипывается, хорошо. Давайте. Давайте. Так, смотрите. Раз. Ничего не происходит. Прекрасно. Брось, пожалуйста. Хорошо. Так, опять закрыто. Где нет активных заданий? Допустим. А перейти через мост, найти коробку с печатью, то же самое.
Кухня, столовая, комната монахини. Все абсолютно то же самое. Сейчас собираем синие записки, пытаемся понять, что нам, что от нас конкретно хотят. Комната монахини. Раз. Здесь реально не очень понятна структура этого здания. Так, все, вижу второй этаж. Идем на второй этаж, остальные предохранители прямо там лежат. Ага. Так, вот еще записка. Нужно все синенькие руки собрать. А, это типа показывает куда, что ли? Петля, петля, щит, предохранитель. Допустим. Может быть... А, теперь оно не помечено. А, это помечены ключевые места! То есть где-то есть записки, а где-то есть помеченные ключевые места. Хорошо. Хорошо, я понял. Так, а второй предохранитель, допустим. И третий предохранитель на кухне. Кухня вот. Не понял. В смысле? Не понял. Здорово. Блять, не толкайся. А где у тебя ку... Нихуя себе, она и под столами может шастать. Где третий? Он же вот здесь лежал вроде, нет? Или вот тут где-то? А, это тоже кухня? Нет, это уже не кухня. Блять, как громко хлопает вентиляция, это ж ебануться. Но это же все кухня. Зачем я это открываю? Так, это туалет. Ну хорош, етит твою мать, ну написано же. Первый предохранитель на кухне, второй в столовой, третий в комнате монахини. Второй, третий я нашел. Где первый? А, ебаный. А, да нет. Кухня! Где первый предохранитель? Алло! Это столовая, это не кухня. Я сейчас серьезно. Ты что, издеваешься надо мной, игра? Он вот тут лежал! Потому что она его забрала. Нахуй он ей нужен. Вот это похоже, но это не то. Ты что, блядь, приколдес какой или куда? Может, я пошел не по порядку, и поэтому все типа сломалось и сбросилось? Не нужен еще. Ты, блядь, угораешь надо мной. Может, она реально приходила и под столом его просто забрала себе? Как она здесь пролезла вообще, блядь? А. Окей. Но я же находил его напротив столовой. Я его, по-моему, в прошлый раз тоже третьим самым нашел. Да? Where does it come from? Хуй знает, вообще без понятия, откуда доносится шум. Я, меня здесь нет. Ты меня уже все, я уже там. Где мой предохранитель? Алло! Игра, верни предохранитель мой. Прекрати, пожалуйста, на... Блядь, серьезно? То есть они спавнятся все-таки в каких-то рандомных местах? Ну окей. Ну окей. Так, ладно, раз. Ладно, два. Допустим. Смотри, я сейчас не пойду в железную дверь. Я сейчас пойду вниз. И поищу там еще записки с голубой... Вот они, хорошо. А, закрытая дверь не остановит Мадлен, но она задержится, чтобы открыть ее. А, это ты мне просто подсказываешь механики игры. Я думал, ты мне подсказываешь что-то полезное. Кто? Я не знаю, кто. Кто оставляет записки. Но кто-то их явно оставляет. Я буду разбивать фигурки, глядишь, что-нибудь появится. Она все-таки, смотри, она на звук-то ходит, но меня не видит. Это прикольно. Прикольно с одной стороны и как-то странно на самом деле с другой. Она меня может на самом деле, наверное, где-то зажать. Вот это будет, кстати, не весело. Она меня зажмет, я просто не смотрю, не смогу никуда выйти. Так, еще фигурка. Окей. На. Фас, блядь. Так, а, серьезно. Я вроде бы первый этаж, если я плюс-минус понимаю... то первый этаж я вроде как обошел полностью. Вопрос, где еще есть записки с голубой рукой? Так, здесь что?
Здесь вообще непонятно, блин, что за комната. Это комната мучений или испытаний. Здесь что-то блестит. Ты посмотри, что-то в сейфе лежит, но у меня нет никакого взаимодействия с ним. Возможно, мне нужно найти какой-то пароль. Вот только где его искать, не совсем понятно. Вот еще картина. Но это не то. Может быть, имелось в виду нажать на... Вот картина! Она пропала! Как понять, она пропала? Нихуя не понял, почему картина пропала? То есть ее здесь изначально не было? Подожди, я должен перейти через дверь, и тогда здесь появится картина? И здесь картины нет, окей. Так, хорошо, я перехожу, допустим. Кнопку нажимаю, дверь открывается, перехожу мост. Сейчас срабатывает одно, соответственно, задание. Когда преодолеешь мост, следуй совету на картине, которая находится в комнате у главного входа в школу. Тебе понадобится длинный предмет. Хорошо. Возможно, эта картина указывает куда-то. А, конечно! Естественно, она куда-то указывает. Нет. Нет, ничего не появилось! Какая картина-то? Она же здесь была! А нахуя мне сделали так, что картинка не появляется? Это прикол? Здесь точно должна была быть... Там точно должна была быть... Так, окей, опять я потерял второй этаж. Там... Да, блядь. Да твою мать, где второй этаж-то? Так, подожди. Бля, не понимаю. Я примерно... Вот он, все окей. А, картины, возможно, указывают друг на друга, и типа нужно... Вот опять, видишь, картины? Столовая. Картины указывают друг... Это что такое? Они тупо тухнут, потому что я их тупо нашел. А здесь тогда почему ничего нет? Здесь плачут дети. Сюда можно зайти, но здесь тупик. Возможно, у меня появится топор, с помощью которого я смогу разбивать доски. Может быть, это и есть длинный предмет? Топор же он нихуя не... Ну, смотри, какой топор на самом деле. Бывает и короткий. Что за курица здесь квакает? Подожди, а вот здесь что за здание? Это же не школа, это здание напротив. Так может быть, картина-то здесь? Мне нужна вот эта шпага, что ли? Подожди, это не школа, это другое здание. Да, мне шпага нужна, потому что уже вторая... Я их роняю, серьезно? Бля, я их роняю, прикол. Какой, блядь, длинный предмет? Давайте искать. Так, сральник, сраль... Ой, ети же, посати же, посмотри же, посмотри же! Ну что это такое? Ну серьезно! Ну кто, блядь, за этим будет следить? Я, что ли, или ты? Пиздец, Это что? А, это... Ой, я думал, зеркало. А, отойди. Во, я тебе про это и говорю, видишь, она все мне зажала. Какой продолговатый предмет? Спасибо. Давай искать вместе. Записка. Мой дорогой сын, сегодня ты празднуешь очередной день рождения, а меня гложет невыносимая печаль от нашей с тобой разлуки. Тебе исполняется 21 год. Прошло уже 17 лет с нашей последней встречи. Я знаю, что сейчас у тебя нелегко с деньгами. Чтобы отвлечь от переживаний, я занялась небольшим делом. Надеюсь, эта скромная сумма тебе поможет. Если ты приедешь ко мне, я смогу дать тебе намного больше. Я молю небеса, что настанет день, когда я снова тебя обниму и скажу, как сильно люблю. Надеюсь, магическая формула воссоединит нашу семью. Напоминаю, что рецепт совершенен. Его можно использовать где и как угодно. Мой настоящий шедевр. Хорошо, как убрать записку? Как убрать записку с экрана? Спасибо. Какой нахуй магический рецепт? Какой в пизду шедевр? А, подожди, это актовый зал. Это актовый зал. Здесь происходят различные развлекательно-выступательные мероприятия. То есть где-то здесь есть... Ага. Ага. Серьезно? Спасибо. Я же говорю, вот подсказывать картину. Ну, это прям очевидно. Так.
Окей. Как странно, потолок поврежден. Я смогу ударить по нему длинным предметом, который хуй пойми где. Я, наконец, выберусь, если найду ключ. Хорошо, хорошо, хорошо. Где? Длинный предмет! Он же метла! Отлично, прекрасно. Я захожу на стул. Я бью длинным предметом. И нахожу лом! Конечно, естественно, из-за лома поднялось много шума. Так, давай его возьмем. Это бросить, это взять. Теперь я могу коробка с печеньем. А где мне ее взять? Где мне взять? А может быть просто сломать? Да молодец, блин. Нет. То есть теперь я могу вскрывать двери с досками? Или я могу вскрывать двери... Серьезно? Коробка с печеньем. Так, ладно, в актовый... Нет, подожди, я кину лом к выходу. Здесь он меньше вероятности, что потеряется. Раз. То есть теперь мне нужно пойти эту коробку куда-то сбросить. Допустим, вот с этой высоты пойдет. Нихуя. Возможно, откроется... Тогда окей. Тогда пойдемте на мост. Сейчас бы я сообразил еще, где он есть. И попробуем сбросить ее со второго этажа. Так, вот окей. Это же будет считаться... Где я? Бля, где я? А, вот я, все окей, на. Открылась? Хуйца. Тогда давай вот отсюда сбросим. А насколько должно быть высоко? Я ебанулась, что ли? С какой высоты ее надо сбросить? Может быть, в своей комнате с лестницы? Ну, там не выше, чем я кидал. А может быть, через дырку здесь? Кстати, она же для чего-то здесь нужна. Так, ну-ка, дай-ка я сам спрыгну тоже. Ай, блядь. А, я сел жопой на шипы, ну ладно. Но это не работает, получается. Тогда пойдемте в нашу комнату, хорошо. Вот наша комната. Ой, кстати, ручей-то прям до этой ведет. Прямо до перехода на второй этаж. Давайте вот отсюда, допустим. Так она не ломается! Иди, тварь, откуда ее сбросить-то надо? Где еще выше можно сбросить коробку? Возможно, если сбросить ее с высоты. И многоточие такое, знаешь, многообещающее. Бля, опять потерялся. Где след? Вот след. Блядь. Вот. Ну смотри, со второго этажа я ее кидал. С улицы я ее кидал. Может быть, ее нужно бросить отсюда? А кстати, здесь же я тоже был. А, нет, она сюда не пролетает, да? Хорошо. Здесь она не пролетает. С какой высоты тогда реально, блядь? Может, в окно? Я туда попасть не смогу. Стой! Ты тоже смотришь, да? Бля, не работает коробка твоя, представляешь? Не работает нихуя. С какой высоты-то? Сколько должно быть метров? Здесь просто нету ничего высокого, откуда ее можно сбросить. Там, возможно, в этой коробке ключ. Может быть, в этом здании есть какая-то высота? Может, какой-то лифт, который... А! Кстати. Это в под... Подожди, может быть, ломом сначала можно это сломать? Так, а это что за комната? Тут я еще не был. Так, еще один длинный предмет. Хорошо. Так, может быть, реально сначала разбить... бля, ключ. Может быть, сначала разбить окошко. О, кстати! Так, ладно. Полежи здесь. Я пойду попробую разбить стекло.
Надо запомнить маршрут. Вот. Нет. Нет. А здесь нет открытого стекла? Журнал заданий обновлен. Чем, блядь? Ну логично же, если ломом бросить стекло, блядь, оно разобьется. Чё не так-то? Да чем ты там обновлял-то? Прекрати меня обновлять. Прекрати меня обманывать. Так, это записка про магию. Вот еще два окошка. Может быть, вон оттуда надо сбросить? А как сюда залезть? Так, ладно, лом нам, значит, не нужен. Пойдем заберем обратно коробку. Пойдем заберем обратно коробку. И подумаем, с какой все-таки высоты ее можно скинуть. Так, лестница. Не работает. Ну, тут есть он какой-то второй этаж. Как только туда забраться? А, вон там есть проход, кстати. То есть где-то... Ебать, ты что толкаешься? То есть где-то в этом крыле, по идее, должен быть подъем наверх. Давайте искать. Эти доски без гвоздей... Эти доски без гвоздей, значит, скорее всего, они ломом никак не откроются. Блять, замок. Шкаф заперт, понял. Но здесь вроде нет нигде подъема на второй этаж. Что-то лагать начало. Ох уж эти игры. Так, еще один замок. Роберт Дженкинс. Это моя комната, которая? Еще одна столовка какая-то. Очень много столовых здесь. Дети жрут прям не в попад. Но здесь, смотри, здесь нет подъема ни вверх, ни вниз. Значит, возможно, что-то где-то... Может быть, не тут вообще? А это что за дверь? А это что за дверь? Может, отсюда? Звук другой был. Хуй там. Хуй там. Дверь заперта, открывается с другой стороны. Хорошо. То есть эта высота тоже не подходит, да? Я пришел отсюда. Ну смотри, я нахожу какие-то... Так подожди, а если я кину ее вот так вот? Но она там, короче, задевает об этот первый балкон. И поэтому не разбивается. Надо как-то кинуть ее так, чтобы она не задела первый балкон и упала. Ну потому что, ну, это же высоко, ну ёбнусь, с какой еще высоты ее кидать? Вот туда. Блять, она опять задела объебанный бордюр. Мне кажется, это не то место в любом случае, потому что, скорее всего, нужно какое-нибудь специальное. Так, ну можно кинуть вот здесь вот. Вот, а, окей, все, вот тут. И если уж она здесь не разобьется, то я не знаю, блядь, это коробка из титана, нахуй, с какого-то. Сука. Теперь она задела в дерево, да? Интересно. Ёбни, блядь, кувалдой чуть-чуть по этой коробке, надоело уже. Нихуя не разбивается твоя коробка. Тут нет, но это не высота нихуя. А я реально, я обошел все здание и еще даже не все комнаты обошел. Еще один толчок. Это теперь какой-нибудь, тот был мужской, этот женский или наоборот? Блять. Подвал! Подожди! Все, я понял! Я все понял! Вот здесь вот, вот тут вот, вот тут вот камин. Куда он идет, хуй его знает. Но он... Так, левая сторона... Зад, правая сторона. А чё у меня камера уехала? Я просто пытаюсь сейчас посчитать, с какой стороны вход в камин. Правая сторона, лицо. Бля, запутался. Ну, короче, где-то здесь есть вход в камин.
Где-то здесь, где-то рядом. Скорее всего, я кидаю коробку в камин. И, соответственно, она разбивается, и я беру и снизу подбираю то, что в этом лежит. Вот только где реально взять камин, блядь? Ага. Она со мной ходит, ищет. Так, ладно, еще раз. Я сейчас пытаюсь понять, по какой стороне находится, в какую сторону идти. Так, еще раз, внимательно. Камин стоит слева. Слева. Он сейчас от меня слева. Теперь он от меня сзади. Нет, не слева. Слева. Теперь сторона камина от меня сзади. Теперь она справа. Окей, теперь она справа. Теперь я к ней лицом. Теперь она от меня слева. Слева. Теперь она ко мне задом. Теперь она у меня справа. Справа. То есть она где-то здесь должна быть. Где-то вот тут. Я не поворачиваюсь. Так, ну это я уже далеко ушел. Это я уже ушел далеко. Далеко. Хорошо. Ну я же логично предположить, что этот дом правильный. Это же не разные локации. Это одна и та же локация. То есть тогда пойдем сюда. Может быть, все-таки где-то здесь камин-то? Ну потому что он должен быть вот здесь. Ну, камин выходить на улицу вообще, в принципе, не должен. Но это 100% там. Это 100% там. Сколько времени-то? Ебать, 50 минут прошло. Так, ладно, давайте на этом заканчивать. Я не знаю, как бы игра, в принципе, Грэнни подобная. Я уж не знаю, что было раньше, эти монашки или Грэнни. Но... Грэнни как-то поинтереснее, гораздо интереснее, потому что там много предметов, там ходишь, там нормально можно спрятаться и нормально все, здесь предметов мало, есть одни сплошные брождения, одни хождения, и до Грэнни, конечно, не дотягивают. Возможно, сам монстр пострашнее, конечно, выглядит, но бабка тоже была страшной, поэтому как бы тут раз на раз, там сама игра страшнее и напряженнее была. Ладно, давайте на этом заканчивать. Ссылка на плейлист «Тайный Ди Хоррор» в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик и телеграм, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, ставьте там все уведомления. И всем до встречи, следующих игрушек, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.